Конкурс малюнка у плакатов и видеоролика, просвеченный питанию беженцев, отбылся у Беларуси уже у 14 раз. Особливость его у тем, что разумение серьезной темы с допомогой мастерства у им спробуют продемонстрировать миновито дети. Штукадовый конкурс традиционно проходит под особным девизом. Лейтмотивом этого года стала фраза «Мы розные, мы разом». Я считаю, много зависит от самих преподавателей, которые курируют работу детей, которые прививают им и такие творческие навыки. Тем не менее, я думаю, самое главное нам посмотреть, как же дети и подростки воспринимают проблематику беженцев, насколько они терпимо к этому вопросу относятся. И мы видим, что в этом плане все обстоит более чем хорошо. Серед организаторов конкурса Организация Объединенных Наций, Министерство Эдукации и Минский Центр Додатковой Эдукации Дяти и Молоди Эурека. В этом году у адрес Архкомитета поступило больше как 1500 работ из всей Украины. Лепшие будут экспоноваться в Музее истории города Минска. Отрознение сёлетнего конкурса у тем, что на этот раз вырешили поширить географию проекта и провести особную выставу и узнагороджение переможцев у Гомельской области. Церемония отбылась в областном палаце творчести Дяти и Молоди. Гоноровые дипломы и памятные призы у этот день отримали каля 20 человек. Сярод их, как юные конкурсанты, так и их наставники. Я рисовала рисунок на конкурс «Мы розные, мы вместе». Рисунок в итоге получился красочным. Я даже не знала, что там получится. Там все дети разные, все они вместе. Приехали к нам в Беларусь, ну, и показывают долины нашей Беларуси. Дарэчы, на початок этого года у нашей краине проживало каля 500 детей беженцев. География приезжих у основном Украина, Сирия, Йемен и Афганистан. При этом Гомельская область зараз другая по величине после Минской по колькости людей, яким предоставлены статус беженцев. Разом с тем тут ведется великая праца по реализации проектов интеграции приезжих. И гэта конкурс стал черговым укладом у гэтую великую справу. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Телерадо, компания «Гомель».